Поедем на автоколонну 25-80, там, где раньше были гаражи. Сейчас мы вот здесь мимо заправки на Сайрамской завернули налево. Это вот здесь гаражи самые вот эти, да? Заброшенные. Заброшенные. Это как называется, автоколонна 2580, гаражи, да? Гаражи, автоколонна. Автоколонна сверху. Ну что, люди сидят, там есть что-то. Ну, там вообще не совсем будет заброшенные. Здесь номера 52, я видела, 56. Это первый заезд оттуда сверху. Здесь вообще вон что-то все разобранное уже. Ворот нету. Вот здесь вот второй заезд. Здесь, конечно, ни дороги, ничего нет. На машине сюда сложно заезжать. Опасно. Там, по-моему, дальше уже железная дорога. Все много заброшенного всего. Еще мусорку сделали. Сверху поезд. А, вот вы, кстати, здесь вот, где гаражи, вот эти 25-80 же называется, да, колонна? Да, и здесь вот еще вон наверху есть еще гаражи. Да, да, да. Вот этот человек сторожем был здесь, его, наверное, многие знают. Вас как, Алик зовут, да? Да, Абдулла. А, Абдулла. Ну вот, может, кто-то узнает. Все знают. Еще Эрбол был сторожем здесь. Сейчас он на рейсе. А так, председателем был Вячеслав Николаевич. Угу. Когда я сторожил. А потом Олег был, тоже умер. Он покойный уже. У него вон гараж стоит, два гаража. Здесь Анатолий Иванович был, казаправ. Все вот здесь. Ну раньше было. Процветало же здесь все, да, все полностью заставлено было, да, все да. Это ценилось. Да, да. А сейчас вот смотрю, там все заброшено, без ворот. Уже, вот, начали местные воровать, вот эти ворота все. Ой-ой-ой, уже снимают. Вот, уже некоторых ворот уже нет. Ну да, вот некоторых нет ворот даже, да. Вот все они сняли ночью, воровали. Ясно. Здесь река пиратья была, вот эта волна была. Угу. Нет, горизонт был. А вот эта средняя волна была, а первая чайка была. Это чайка, вот эти вот заезды, да? Да, чайка. Волна и горизонт вроде. Вот это волна, да? А это тот наш горизонт. А вон то? Да, вот. Горизонт. Вот это рядом. Вот еще там. Еще а, там. Еще дальше есть. Еще дальше. А, там еще. Три есть. Ряда. Угу. А вот эти вот два ряда волна была. А первый был чайка. Угу. Угу. Да, все как вот. Жалко все вот так забросили все. Люди да, поуезжали. Многие горы сейчас закрыты стоят там. Вроде машины стоят, но они сами нету, уехали, не знаю. Да. Но некоторые же проходят уже, а некоторые уже в Россию уехали. Да, да, много вот России, людей уже, да, очень Россию, много. Да, Россию уехали. Да, вот просят, снимите там, снимите здесь. Вот интересно людям, как они жили же раньше, сейчас. Столько времени, по 30 лет прошло, люди уехали. Ну, раньше, я говорю, здесь я 40 лет живу. Да. Ладно. Да, раньше хорошо, дружно жили. Конечно, что, ценились гаражи вообще, да, в городе, это же престижно было. Да, да. Ладно, спасибо большое. Поезда.
тут еще один заезд. Здесь более-менее ворота все на месте. Хороший дядечка попался, он сторожем здесь работал. И до сих пор у него, вот, наверное, это осталось. Выйдет, смотрит, поинтересовался, почему я здесь хожу, для чего. Здесь вот еще тоже заезд. Там вообще одни каркасы остались что-то. Все люди воруют, разбирают, вот как сказал нам дядечка.